Она хорошая? Она хорошая. Тогда давай вот эти поменяем. Она твоя. Поправь ей челку. Ну все равно вот это. Поправь ей челку, вот тут там торчит у нее непонятно что. Нет, наверх сделай. Давай. Все, прилезала? Да. Я лизала, и всем привет. Так, повернись. Ну, повернись. Давай, раз, два, три. Ребята, всем привет. Повторно второй раз снимаем нашу любимую Лизу. Как то видео всем очень понравилось, и мы решили снова его снять. Ну, давай, говори. Ну, давай, поехали. Из этих... Подожди. Софья, нет. Из этих лизунов у нас есть вот такие лизуны в виде животных. Яна. Тут ящерица и вроде кобра. Давай раскрывать. Уши или как-то. Еще есть вот такие вот стеклянных баночках. Лизуны. Выкается кука. Мама? Ну дай, посмотрим, что она будет делать. Есть вот такие антистрессы. И есть вот такие ММДМсики. Большая капсула и капсула поменьше. Ну дай, Яне. На. Дай ей антистресс нужен срочно. Она стягивается точно. Сонечка, подожди. Давай выберем. Ты эту хочешь? Да. Ну хорошо, тогда я тоже расставлю. Ничего себе. У тебя ящерица, у меня... Ничего себе. Смотри, Полина. Смотри, какая она большая. А змея какая становится. У Полины змейка, у Софии ящерица. Ого, у меня такая длинная. Смотри, какая у меня длинная. Смотри. Руки. Ну, как гармошка растягивается, да? Не надо, не хочу. У нее черные глаза, она... Она такая дикая. София, у нас подожди. У нас по стене ползает змея. София, смотри. Она тоже ползает. И ящерица ползает. И держится, да? Ты ко мне хочешь? Иди ко мне. Иди ко мне. Дай мне лучше змею твою. Ну давай тогда поменяемся. Вау. У меня завелся свой питомец. Второй. А давай следующую доставать. Давай посчиталочку. Ну ладно. Давай доставать будем эту. Хорошо. Вот мы достанем вот такие. Сейчас открою. Там внутри есть сюрприз. Смотри. Вот у Софьи у меня фиолетовый, а у Софьи... Все, я открыла. Розовый с блёстками. Так, достаем. Он еще зеркало делать. Ай, он плохо достается. Он такой в стеклянной баночке. Сюрпризы, тут всякие насекомые. Вот такая стеклянная баночка понадобится для чего-нибудь. Так, я хочу... Ого, у меня кто-то... У меня осьминог. Осьминог возьми. Вау! Ого, как крепко! Блин, а! Вау, он такой прикольный. Он такой рыбкий. Вот. Можно баночку? Вау, как вот он делается. Вот такой он. Полина, помоги мне! Ой, София! Вытащить? Так давай твою змею уберем. А что у тебя меньше, у меня больше? Странно. Да, достану. У Софьи меньше, чем у меня.
А у Софьи, ну-ка дай посмотреть, кто у тебя там. Софьи, похоже, это крабик. Крабик. Сейчас. Крабик как? Вот такой вот крабик желтый. У меня осьминог. Я в последнее время почему-то всегда выбираю все, например, темненькое такое, мне не нравится, чтобы было вот слишком так яркое. А мне как желтые. Например, вот, даже футболки мне нравятся черные. Сейчас. Какашка, София. Да. Вот и я там, правда, не было такого черного или какого-нибудь, например, прозрачного. Я бы даже выбрала прозрачный. Лена, помоги мне. Ну, там был темный, только вот такой вот. Смотрите, смотрите, когда сжимаешь, он не распадается вообще. А когда вот так вот делаешь... Он еще так тянется прикольно. Он еще прыгает. Как будто в окне. Я вот вас вижу сейчас, как в окне. Полина! Он еще. Даже, наверное, лучше. Он еще забирает рисунок с собой, Полина. София! Трусы получились. Полина! Вау, прикольно. Вау. Он еще забирает себе... София, он еще прыгает. Ай, он такой холодный. А мне не холодный. Мне он не холодный. Ну что? Мне всегда казалось, что вот эти все маленькие, вот эти вот, всегда прыгают только маленькие высоко. Нет. У кого-то... Вот эта змея точно не прыгает. А если ее положить? Офигеть. Полина, она еще пукает. Она вообще даже не прилипает к ней. Вот, все, просто след может растянуть и положить вот эту вот во весь рост. Полина, она еще... Я открыла быстрее, ура! Я хочу завернуть вот эту гадюку сюда. Она уже зачелкалась. Мне не жалко тебе. Шучу, жалко. Полина, моя ращерица. Моя ращерица. Ращерица. Да, не надо было это делать. О, нет, она легко отлепляется. О, надо было это делать. Все-таки надо. Смотри, какашка накакала. Ух, я уже переживала, думала, сейчас Софья расстроится, как всегда заорет на меня. Смотри, зеркало, я как на окне вижу. Смотри, Полина. Обидится. Да. И пойдет куда-нибудь в другую комнату или в туалет. Обидится. Под одеяло спрячется или что-нибудь там куда-нибудь спрячется. И будет там бубнить. Вот Полина мне это не сломала, сломала. И так почти каждый день. Я мама спрашиваю. Кого-то у мамы. Она всегда спрашивает, я сейчас у мамы или у папы спрошу. Сейчас у мамы или у папы спрошу. Полина, не надо ее разрезать. Я ее не разрезаю, я лизуна убираю. Этот лизун как... О, он даже не прыгает. Больше всего на хвосте этого лизуна. Оп. Смотри, Полина, смотри. О, привет. Полина, смотри. Ну-ка, можно из этого фигурку сделать, например, какую-нибудь? Полина,
А давай мы что-то сделаем, надо давай. Надо быстро фигурку делать. А у меня ничего не получается, она растекается и падает. Да. Ну давай тогда... Хочешь, я что-то покажу, блин? Давай засунем туда. Блин, смотри. Блин, я хочу еще раз так сделать, вот так вот. Вау. Он еще пукает. Это большие трусы на большого человека. Гиганта. Гигантище. Подгузники. Подгузники на малыша гиганта. Да. Я достала. О, я уже достала. София, ты меня видишь? Да. Да я почему в форме трусов-то постоянно? Я уже достала. Полина, пока, Павел. Она дает такие звуки. Ладно, я хочу уже перейти к следующему. Это еще не простой лизун. Это лизун пердун. Да, крабик это засунь. Господи. У тебя лизун-то по большому пукает, а он вообще по маленькому пукает. Он не влезает такой. А у меня влезает. Что-то его как-то слишком много. Так. Ты пердишь. Что ты пердишь? Так. Давай, давай. Сейчас я буду работать. Так, я закрыла. Ну, ладно, пусть так. Так, я хочу дальше антистресс достать. Давай встанем. О, господи. Смотри. Ну-ка, можно я твой попробую? Вот подожди, у тебя вылазит. Что у тебя вылазит? Смотри. Ну-ка, у Софьи распалась сетка. Да, у нас. Ну все. Смотри, как у меня. А у меня не распалось, потому что когда мы покупали, уже сетка была расклеена. Ого, смотри! Вот, Софья, один раз мы в Тюмени. Сейчас я сделаю тебе. Покупали антистресс. Он сразу, когда я его нажала. Вот, короче, лопнул, я не заметила, ого, и это вся смотрите, жира оказалась почти вся ребята, жира. Смотрите, ты уже раскрыла? Да, он еще крутит. Ну, вот такие антистрессы. Еще два. Вкусно, очень пахнет, понюхай. Пахнет шоколадкой, правда. Мы раскрыли большой ММДэнс. Софья очень любит ММДэнс. Ну, угадай, кому хоть. Очень обожает его. Очень вкусно. Пахнет шоколадкой. Еще зеркало. А, ну да, Софья любит всегда. И я люблю. Тут еще зеркало. Как у тебя получилось зеркало? Вот зеркало получилось. Не вкис. Не оттуда растут. Смотри, как зеркало она получилась. Полина. Нет. Но все равно оттуда растут. Смотри. София, это не зеркало. Это как будто кто-то у меня. Так, телевидение. Я в телевизоре. Всем привет, у нас новости. О, Господи. У меня появилась маска. Всем привет, у меня новость. Я дышать не могла. Он даже у меня не растягивается. Всем привет. Точно руки с пятой точки раз. У меня попа разлипалась. Попа разлипалась. Я хочу достать маленький. Маленький такой. Вот смотри, вот этот такой яркий. На.
Сейчас, давай поменяемся. Да, спасибо, дай мне посуду. Вот почему я не любила. А, ну-ка, можно я раскрою этот? О, этот почти прозрачный. А нет, не почти. Вау, вот такой цвет. Он очень вкусно пахнет. А этот пахнет, не знаю чем. Большой пах вкуснее. Не. Для меня он пахнет. Это очень вкусно пахнет. Норм. Этот блок очень вкусно пахнет. Только хотела сказать и порвался. Что? Он прыгает. Он прыгает. Кстати, когда его долго мнешь, он долго в руках вот так вот мнешь так вот так вот так вот так. В рот только не засовывайте. Пузырьки. Смотрите, как мы его сразу взяли, пузырьки. Стоп. Не стоп. Я закрываю. Как мы его взяли в руки. Тут сразу появились такие пузыри. Пузырьки. Сейчас я хочу раскрыть. Даже циферка отпечаталась. И... Так, давай с этого начнем. С маленького. Мы уже все достали. Доставайся полностью. Он еще остановится так. Софья, это аппарат для взрыва. Полина, он уже остановится так. Он уже так остановится. Да блин, остановился. Да блин, он течет. Он как клей, знаете, вот. Полина, смотри. Смотри, София, смотри, он. Вот, смотри, вон. Так, блин, пропустила. Ну-ка, давай я попробую. Смотри, София. А помнишь, что у меня с хазуном случилось? Знаешь? Пойдем покажу Полина. Например. Полина? Я чуть не задохнулась, он правда как... Полина, тут прямо как лесу. Фу. Сейчас на брови остался. Не знаю, у меня сейчас бровь болит. Нету? Нет. Ну-ка тебе. Боишься? Ну-ка я достану? А, София, у меня на лице ящерица. Сейчас. Не надо, я ее... Это мой питомец. А я твою питомицу заберу. Питомицу заберу. Ого, как она вещается. Сейчас мы будем проводить над вами эксперименты. Смотри, я ее тяну. Ой, ой, мама, она как живая. Мама, ящерица на лапы встала. Уходи! Смотри. Она как живая. Ее видно? Да. Подожди. Она реально как живая, как будто смотрит на меня. Подожди. Она пощелкала! Да вы что кричите? Яна это... Ай, нельзя! Смотри, не совсем! Она хвост подняла. Иди ко мне. Что, хватит? У нее язык там. Ой, она... Мама, она взяла. Иди ко мне. Софья, не ори. София. Мы будем проводить на ней эксперименты. Засунем их в банку. Ты моя маленькая. А тебе нельзя. В рот нельзя.
Да, вот такая классная штука, да? Она дергается, она дается. Мама. Кстати, он еще мышцы качает, этот антистресс. А, ну да. Смотри, мама, как мы с ним поиграли, он это еще лизун придум, и он покрылся этими пузырьками почему-то. Это такой же лизун, как мы покупали лизуна в унитазе, да? Он тогда пукал тоже. Она зачёркнулась. Полина, она зачёркнулась. Но я думаю, если он полежит пару дней, то он опять будет прозрачный, и пузырьков этих не будет. Лови, Полина. Антистресс. Опа. А у Софии с блёстками, да? Вот, вот он, в баночке стеклянной. Да, а София? Хочешь, я что-то покажу? Ну-ка, давай. Вот я могу достать вот, а мы даже как зеркало делаем. Мама, помнишь, в Тюмени мы сразу покупали, и он сразу же лопнул. Когда я его вот так вот просто мяла, и он лопнул. Да. Да я тебе сюда поставлю, девочка. Мама, а теперь осмотри, что с... Мама, смотри, это не только антистресс, это антистресс. Ты говори, смотри, ребят, что... смотрите. Смотри, мои ящерицы, мы не доме стоим. Ого, как она растягивается. Какой классный, да, София? Смотри, София. А! О, ма... Она сейчас упадет. А? Смотри, смотри, смотри. А, София! Рот открывай. Уходи! Подожди, не надо. Стой. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Кс-кс-кс. Как ее зовут? Иди сюда. Она медленно-медленно движется, смотри. Надо ее напугать. Господи, у меня так... Я сейчас боюсь. Она ведь не падает? Ну-ка, я хочу еще раз. А, смотри, я сейчас достану. И что? Все, она смотрит на вас. Ящикой. Но это моя ящерица. Ах, она это моя ящерица. Ах, она это не твоя. Нельзя в рот брать, ах, Яна. Твоя Яна. Ящерица. А, Полина, смотри. И оп. Ну что ты делаешь? Она ведь маленькая. Ой. И оп. Ну-ка, я сделаю. Я на боится. Она даже не дергается. Полина, она даже не дергается. Ну-ка, давай змею закинем. Мне кажется, она дальше будет. Ну, далеко ее не закидывай. Смотри, убирает. Сейчас, сейчас, Яна тебе даст. Давай, давай на змейку смотреть, смотри. Ой, она хвост поджала, да? Ого. Сейчас упадет. Она медленно, медленно, она как змея сползает, смотрите. Ну, мужа, давай убирать все. Она как настоящая змея, девчонки. Угу. Ребята. Убираем все. Давай. Смотри, она шевелится, извивается, как змея. Мама, змея. Ну что, она падает? Ого! Смотрите на меня, мама! Ого! Ого! Все, все, не надо. Ого! Мама еще позови на чайник. Ну что, девчонки, вы все лизуны посмотрели? Нет! Полина, Полина, Оля, вы все лизуны посмотрели?
Я хочу формочку себе сделать. Какой лизун на этот раз вам больше всего понравился? Так. Давайте подытожим. Но больше всего. Мама, вот даже это остановится! Софи, вы смотрели эти большие мандемсы? Да. Нет. София не смотрела? О, смотрела. Очень вкусно пахнет. Вкусно пахнет, да? Пахнет шоколадом. И он растягивается такой прозрачный. Какой это классный. Это шоколадкой пахнет. Да, действительно, запах шоколада. Как только растягивается. Но больше всего вам какой лизун понравился? София, тебе какой лизун понравился больше всего? И этот. И этот. В общем, все антистрессы. Девчонки пока, я думаю, больше всего лизунами увлечены. Ой, точно, я хотела уже формочку сделать. Да, кстати, из вот этих лизунов, жвачек для рук, можно делать какие-то фигурки, например, животных, цветочек можно сделать. Да, София? Можно... Поля, ты кого делаешь? Угадайте, кто это? Я даже не знаю, кто это сам. Так, сейчас мы сделаем изумрудное колечко. Смотри. Я не ящерка понравилась. Да, понравилась. Ого, как она делается. Всем привет. Мы сегодня на канале снимаем челлендж. Лизуновый челлендж, да? Да. Да! Мама камера. Мама камера лизуная. Лизуная мама камера. Мама лизуная камера. Мама человек. Вот это новость. Ничего себе. Маленький. У Яны, смотри, ящерица прицепилась к крышечке от баночки. Яна радуется, да? Они еще прыгают. Ого, надо ее прилепить. О, смотри, какой у него больше вот этот цвет. Красивый, очень красивый, голубой такой. Морской да. цвет, да? Да! Морской такой небесный. Блин, она даже задёргалась. Тихо, 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 тихо. Иди, подбирай её. София испугалась змейки лизуна и убежала, спряталась. Ну-ка, иди смотри, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, София. Ребята, напишите мне в комментариях, какой лизун вам больше понравился. Змея, а где ящерица? Ящерица, антистресс. Не разница. На кого какой? Не поломанный. Вот эти вот ММДМсики, большие ММДМсики и вот эти вот... Ну-ка, я что-то хотела сделать. В стеклянных баночках. В стеклянных баночках. Яна вам понравилась. Яна, нельзя! Нельзя, 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 нельзя. В рот брать нельзя. И напишите, как вы переносите эти лизуны. Нравятся они вам или нет, да? Да. Да. Мне все нравятся и Полине. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Всем пока-пока.